На этих картинах изображены пейзажи Кривого Рога. Здесь и 44-й квартал, и проспект Карла Маркса, и Долгинцева. Трудно поверить, но это работа 10-летней девочки. Их она нарисовала во время летних каникул. Обычно летом школьники уезжают на каникулы к бабушкам, на море или просто ни о чем не думая гуляют на улице дни напролет. Но Маша долгожданные каникулы провела по-другому. В активном квесте под названием «60 дней лета» она практически ежедневно рисовала шедевры. 70 работ из разных уголков Кривого Рога представила юная художница на своей первой в жизни выставке. Мы ездили в разные парки и выбирали красивое место. Там мы садились за мольберт и рисовали. Бывало, если мы хотим нарисовать акварелью, так как она такое прозрачное, плавное и красивое, то мы рисовали акварелью. Если там что-то такое яркое и насыщенное, то мы рисовали гуашью. Пастелью мы рисовали только те места, в которых очень такое что-то красивое и яркое. Марья рисует едва ли не с рождения. С 2011 года ходит в художественную школу. Иногда бросала кисть, но благодаря поддержке преподавателей и родителей вновь возвращалась к любимому делу. Рисовала она, опять же, по мере того, как у нее было к этому тяга. То есть не было жестких рамок, не было жесткого регламента, что, вот, допустим, сегодня среда, надо сделать одну или две работы. То есть вот у нее шло, вот она начинала рисовать. То лично я занимался тем, что я ее перевозил из района в район, то есть и Нелли Аркадьевна, бабушка наша, тоже занималась этим. Постоянно мы чередовали район. На картинах Марьи можно увидеть не только городские пейзажи, но и разнообразие цветов и растений нашего города. Кисть ложится очень мягко, иногда даже наивно. В этом и есть вся прелесть выставки. Нет четкой геометрии, но есть детскость и искренность. Пришли поддержать юный талант одноклассники девочки. А сопровождала и направляла художницу в этом летнем квесте преподаватель Лана Марандина. Девочка очень талантливая. То есть добрая, умная. На свои 10 лет она меня очень впечатлила, и я была приятно поражена. Плюс мы подружились, потому что когда с ребенком находишься каждый день практически на протяжении 2 месяцев, я ее очень полюбила. На картинах Марьи Кривой Рог промышленный и индустриальный совсем другой, с красивыми парками, скверами в буйстве красок. Выставка открыта, там ждут всех. Инна Даньшина, Виктор Зубченко, Первый городской.